Владимир Нехамкин впервые побывал на лыжне России еще в конце 70-х. Нынче, считает спортсмен, соревнования сильно изменились. Если раньше дистанции были солиднее, километров эдак 30, то сейчас на первом месте массовость. О победе не мечтает, но и вопрос, ехать или нет, не стоит. Ради участия, ради вот этого праздника, ради вот этого, этой обстановки, когда ну, тысячи и тысячи. Тысячи таких единомышленников выходят и вместе с тобой идут. Это круто. Это состояние такой эйфории некой. Готовятся к большой лыжне спортсмены разных возрастов. Владимир Бочков вспоминает, в спортшколу пришел в середине 60-х. С тех пор лыжи – его верные друзья по жизни. На лыжню России поедет. Наверное. Массовость уж очень большая. Могут и затоптать, как обычно. Там все раз. Один кто-то встал. Вот либо в подъеме, либо в спуске. И все, все снимают лыжи, начинают обгонять, а все и пошла. А чтобы так в удовольствие прокатиться, не получается. А вот юной лыжнице Олесе Лисиной только предстоит почувствовать себя участницей больших соревнований. Когда ты чувствуешь, что ты уже смог добиться того, что хотел, это восхитительное чувство. Угу. У тебя эти чувства часто посещают? Ну, не особо, но на соревнованиях бывает. Тренер видновских лыжников Владимир Бычков удивляет, заявляя, это еще что, самому младшему участнику нашей сборной не более 8 лет. А среди ветеранов есть такие, кого считают талисманом команды. С нами в этом году хочет поехать один из самых старейших лыжников, дядя Леша мы его зовем, Левёткин. Вот. Он, ему уже скоро 90 лет. И он довольно-таки активно принимает участие в соревнованиях. Лыжи, кстати, один из немногих видов спорта, которым может заниматься любой. Достаточно иметь лыжи, ботинки и желание. А снега, слава богу, в этом году насыпало достаточно. В Березовой роще, особенно в выходные, народу немало. Как только выдается благоприятная погода, минус небольшой, с удовольствием выезжаю. Это такой позитив, это такая прелесть, это просто я не знаю. Чем по врачам мотаться, самим надо здоровьем заниматься. Вот она, простая народная мудрость. Мудрость человека, который всю жизнь дружит со спортом. Татьяна Брылова, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.